Артист опубликовал письмо, которое один из слушателей прислал на радиостанцию на страницах своего микроблога Сергей Лазарев, которому в этом году пророчит участие в Евровидении от России, опубликовал письмо одного из слушателей, присланное на радиостанцию. В обращении некий мужчина требует запретить песни Сергея Лазарева шепотом, так как его начальник без устали подпевает композиции, коверкая слова шепотом-шепотом на жо-звездочка, а там, жо-звездочка, а там. Слушатель жалуется, что его душевному равновесию наносится непоправимый вред. Больше по теме: Сергей Лазарев разорвал отношения с отцом своего ребенка. Правда, у самого Лазарева столь забавное письмо не вызвало положительных эмоций. Мне кажется, что в воздухе распыляют что-то. Это реальное письмо на новое радио. Некоторые люди просто сходят с ума. Или же в преддверии объявления участника на Евровидении 2019 от России моя кандидатура кому-то не дает покоя, и кое-кто вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя. Друзья, помните про эффект бумеранга. Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере. Так что будьте добрее. Пригрозил артист. В комментариях пользователи призвали Лазарева не придавать обращению большого значения и воспринять его как шутку. Отметим, что на Евровидение, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве, с большей вероятностью поедет Сергей Лазарев. Если кандидатуру артиста утвердят, это будет его второе участие в музыкальном конкурсе. В 2016 он завоевал третье место за исполнение композиции «You Are The Only One», которая сопровождалась запоминающимся шоу у авторства Филиппа Киркорова.